Олександр Годенюк працюватиме в хокейному клубі «Донбас». 43-річний український спеціаліст, який упродовж останніх сезонів тренував вітчизняні юніорські збірні та столичний «Сокіл», очолить молодіжну команду «Донеччан», що виступатиме в молодіжній хокейній лізі. Да, это приятное для меня и очень приятное предложение, которое я очень недолго думая согласился. Практически не было размышлений. Я узнал об этом несколько раньше до того, как мне сообщили представители клуба. То есть у меня было несколько часов подумать об этом, но думать много не приходилось. Я считаю, что это лучший украинский специалист по работе с молодежью. И украинская молодежь, перед ним стоит задача сформировать юношескую команду, в которой будет не менее 50% украинских игроков. И, соответственно, выйти в плей-офф молодежной хоккейной лиги. Про особливості тренерських методів нового наставника чудово знає Віктор Захаров. 19-річний форвард Донбасу, який під керівництвом Годенюка грав у «Соколі», а також у юніорських збірних на 4 чемпіонатах світу. Очень хороший специалист, особенно в работе с молодежью. Он хорошо может настроить, мотивировать игроков, дать правильные указания, вовремя чувствовать, кого когда надо выпустить. То есть он понимает все эти тонкости хоккея, психологию молодых игроков, поэтому с ним очень хорошо, легко работает. 3-річний контракт з Годенюком має бути підписаний до 10 квітня, після чого почнеться формування команди.